Я — это голос. Голос — это моя жизнь. Музыка — это жизнь в целом. Неужели после смерти ничего нет? Суд Божий, ангелы поют. И ничего этого не будет? Вечная тьма. Молчание. Молчание моего голоса. А музыка? Музыка, она будет продолжаться. Музыка будет идти. Поверх нее все так же будут идти другие голоса. 7 миллиардов голосов. А моего? Моего уже не будет. Да. Но я лично не верю в это. По крайней мере, не хочу верить в это. Мне так проще. Пусть и рай будет, и ад будет, и ангелы будут петь. Но только не вечная темнота. Мне так проще.